Итак, приветствую вас всех на ЦЦ. Ребят, вы вообще молодцы, что добрались сюда. Питерцам привет. И всем, кто с других городов, большущий привет. Вы вообще молодцы. Супер. Буквально вот с минуты на минуту начнется награждение. Не out of compo в этот раз. Мне здесь пишут вот в ноутбуке, говорит, положи микрофон и не трогай больше. Я вас всех люблю, обнимаю. На самом деле, я бы хотел сказать всем вообще, вот всем присутствующим спасибо огромное, потому что без вас бы ЦЦ просто не получился бы. Вы просто вот, просто молодцы. Хочется сказать, чтобы все, каждый из вас как-то в следующий раз, в следующем году на ЦЦ поучаствовал каким-то образом, не знаю, нарисовал картинку, накодил эффект, может быть, там, написал музыку, поучаствовал в боях, там, на волейболе, например, или еще как-то. И чем чаще, и чем постояннее вы будете это делать, тем больше у вас будет повышаться навык, и вы будете, наоборот, все как бы лучше и лучше все это делать. И, ну, я по себе могу сказать, я опять же на своем примере, что вот с графикой я рисую. И с каждым годом вроде бы все лучше, не знаю, лучше. Ну, ладно, лучше, да. Поэтому делайте, не думайте ни о чем, просто делайте. Потому что демосцена – это вы. Не вот здесь вот, за экраном кто сидит, а именно вы. От вас все это зависит. Ну все, поехали награждать. Третье место в графике. Итак, посмотрим реал-таймы работ. Показ будет? Нюк, ты где? Итак, давайте посмотрим AI-график. Реал-тайм-график. Агат 7. Мьюзик. График. Реал-тайм-график. Было прислано две работы. На самом деле, могли бы больше поучаствовать, если бы немножко приложили усилий. Итак, второе место занимает мистер Рокерс. Возвращение домой ночью. ZX Spectrum. Стандарт. 69-12 байт. Отличнейшая работа. Мистер Рокерс присутствует в зале? Или представитель, может быть? Передайте наши поздравления. Отличнейшая работа. Всем привет. Я первый раз здесь на ЦЦ живом. Так участвовал. Я хочу сказать, что очень жаль, что компа не состояла фактически. То есть это фейковый диплом, никакое это не второе место на самом деле. И очень жаль, пожалуйста, рисуйте больше. Поэтому что... Спасибо. Да. Мистер Рокерс, это вы? Сфотографируйте. Красавчик, спасибо большое. Будем ждать ваших следующих участий. Итак, первое место у нас занимает Гронги, ночной дожор, ZX Spectrum, стандарт скрин. Представитель Гронги есть у нас? Тимур?
деньги. Поздравляем от души. Отличнейшая работа. Гронге, Гронге, респект тебе. Очень мощная работа. Гронге, спасибо огромное за участие. Итак, следующий конкурс у нас проводился Real Time. 53C Graphics. Посмотрим лучшие работы в этом конкурсе. Начнем с третьего места. Было прислано, ну, порядка 12 работ. Третье место занимает Демидус, путеводная звезда за X-Spectrum. Отличнейшая работа. Это ну, была попытка нарисовать игру Atari на 2600, вот, но как бы с тем, что этот гонщик едет домой. Вот, и его там ждет жена, вот там окошко горит. Буквально через минуту мы тебе передадим отличнейший диплом. Огромное спасибо за участие. Но пока мы ждем. Сейчас будем смотреть, кто занял второе место у нас в 53C. У меня, конечно, большой вопрос, почему не все участвовали в 53C? Не все участвовали, хочу сказать. Нет, совершенно не все. А могли бы, каждый бы мог поучаствовать. Каждый. Вот вас здесь буквально сидит 64 человека. Демидус, будьте любезны. Спасибо огромное за участие. Меня обскакали. Итак, второе место в 53C Graphics. Называется работа «Иду домой под луной, как Аснонос за X-Spectrum». В зале есть представитель как Аснонос. Какас, красавчик просто, если ты смотришь сейчас трансляцию, это просто огонь работа. Огонь просто. Представителя нет, я так понимаю, диплом отправится по почте, правильно? Правильно. Хочу сказать, добавить буквально секунду, немного времени займу, буквально как Аснонос проводил 2 недели назад свое мероприятие «Шумовое пати». Я не знаю, знаете вы это или нет, были и музыкальные, ну, в основном на музыку это рассчитано, музыка, графика, вайл, демо,
И были присланы очень большое количество работ, все это онлайн проводилось. И народ победил, он победителям отправил музыкальные свои коробочки. Он является разработчиком музыкальных шумовых коробочек. Если кому интересно, можете написать Шуран33, я ссылку скину. Это такие вещи, когда ты включаешь наушники, как из прости, по-своему расскажу. Включаешь наушники или колонку, и есть куча крутилок, то есть такой, ну, пульт небольшой, деревянный, да? И начинаешь крутить, и там музыка играет прям вот такая, которую вы хотите. То есть вы играете музыку ту, которую нужно. Нет, ты продолжай. Давай. Какас, спасибо большое за работу. Давайте, первое место. Первое место. Кот ждет меня дома. Хлороформ. Представитель в зале есть? Диплом будет отправлен по почте. Просьба Хлороформа связаться с организаторами. Следующий конкурс. Следующий конкурс. Real Time Agat 7 Graphics. Real Time Agat 7 Graphics. Было прислано три работы. Три работы было прислано и... Третье место занимает... Crazy Ignat, Nintendo DS, и я думаю о том, что, наверное, стоит купить пятую штуку в коллекцию Agat 7. Аплодисменты, друзья. Crazy Ignat, прошу подойти. Отлично. Поздравляем от всей души. Хотите что-то сказать? Я не Игнат, но как представитель скажу большое спасибо за мероприятие. Я пошел. Удачи, удачи. Игнату огромный респект. Второе место в Real Time Agat 7 Graphics называется «Тейко поймал волну». Джерри В. Мощнейшая просто работа, мощнейшая. Вы автор. Отлично, спасибо, спасибо, Джерри Ви. Спасибо вам. Поздравляем. Самое прикольное в этом процессе было, скажу так, RTFM, guys, read the freaking manual. Респект. В целом респект. Поздравляем. И первое место у нас занимает Jabberwock, очень одинокий робот. Прошу подойти сюда. Поздравляем. Спасибо. Интересно было рисовать на живом агате. Вот, единственное, что мне кажется, что было бы интересно попробовать также сделать какой-то редактор для ПК, чтобы можно было рисовать клавиатуру, потому что там некоторые вещи делаются действительно удобно. Мышкой рисовали или нет? Тут мышкой? Какой мышкой? Все клавиатура. Причем клавиатура лагата страшная. Сколько времени ушло? Не знаю, где-то полчаса, наверное. Может, час. Полчаса? Может, час. Вы первый раз рисуете? На агате, да. А вообще? Вообще я даже на какие-то места занимал раньше. Будем ждать ваших следующих работ. Удачи вам. Спасибо большое. А мы переходим к конкурсу. Мы переходим к конкурсу Real Time Agat Coding. И я хотел бы сказать пару слов.
потому что я продавил этот конкурс. Люди меня убеждали, что не найдется желающих писать машину в кодах. Вот. Но, в общем, я их переубедил. И я не жалею. То есть у одного человека не очень получилось, но зато второй, я считаю, даже ради одной работы стоило это делать. Итак, друзья, было прислано две работы. И второе место у нас занимает Никхот МСК. Никита, прошу, подойди сюда. Никита, супер просто. От души. Агат! Никита, спасибо огромное за участие. Ты просто супер. Обнимаем тебя. Итак, первое место. Посмотрим работу, давайте. Погромче. Звука нет. Там на самом деле идея в том, что приходится писать в кодах, да, но справа, когда ты вводишь циферку, например, там NOP 90, да, код, у тебя справа появляется мнемоника ассемблерная. Это немного облегчает процесс, но тем не менее. Там задача была, дана была длинная строчка, кто выведет ее на экран за наименьшее количество байт кода, тот победитель. Идея была в том, что строчка такая, что там повторяются некоторые слова, и, соответственно, предполагалось некое сжатие, ну, то есть просто типа тупо копирование с памяти в память. Вот такая идея. Хочу отметить, что Никита на самом деле на домосцене буквально несколько лет всего и ворвался в нее молодым парнем. Поэтому это доступно каждому, каждому из вас. Ребят, вы можете каждый приложить небольшие усилия в кодинге, в графике, в музыке и просто ворваться в домосцену. Не думайте, что домосцена будет проходить как-то отдельно, вы будете приезжать и смотреть здесь крутые демки. Крутые демки можете сделать только вы. Каждый из вас может сделать это. Каждый. Порвать просто всех здесь известных демосценеров. Не забывайте об этом. В следующем году от каждого жду работу. Итак, первое место. Кирилл Лейфер. Работа минус. Поздравляем. Хотите что-то сказать? Да. Жаль, что было всего лишь две работы. Это было не так сложно, и я думаю, короче, в этом можно было вкатиться вот так. И я вас призываю на следующих мероприятиях не стесняться и фигачить в реал-тайме какие-то штуки, ну потому что это было тяжело, мое решение было абсолютно тупым, без сжатия вообще, и мне просто повезло, первое место не очень честное, ну вот. Спасибо. Нет, да, на самом деле вы очень честно заняли, очень спасибо честно. Огромное, спасибо большое. Спасибо. Это может спасибо. Каждый может. Каждый может просто взять и начать кодить, вот там ничего сложного нет. Я 100 раз начинал. 100 раз так делал. Я 2 дня искал ведущего, а он был все это время рядом. Я старался. Так,
Ну давай запустим. И мы переходим к конкурсу, который называется... Называется этот конкурс Unable to Show One. И конкурс называется Dance Music. Было прислано 3 работы. Было прислано в Dance Music 3 работы. Да не 3. Было прислано по более 3 работ. И третье место занимает Endless Dream Дмитрий Андреев. Но не факт. Давайте посмотрим что-нибудь на слайдах. Мощнейшая работа. Дмитрий Андреев есть в зале? Поздравляем. Спасибо огромное за участие. Хотите что-то сказать нашим гостям? Во-первых, большое спасибо уважаемому собранию за высокие оценки. И большое спасибо организаторам за то, что все организовали. И вовремя все поправили, когда что-то пошло чуть хуже, чем могло пойти. Мы старались. Спасибо, спасибо. Итак, второе место. Второе место – это Saint-Chance Compo Edit Филипп. We'll be right back.
И первое место у нас занимает Зайш Хаус. Есть представитель или автор? Андрюх, тебе. Поздравляем, поздравляем. Расскажите, пожалуйста, как вы писали эту работу? Я никогда не публиковала свои работы. Эту работу я написала в 22-м году в стол, как все мои работы. Это впервые я демонстрирую свою музыку. Отлично! Спасибо большое. В каких редакторах писали? FL Studio. Сколько времени ушло на это? Час. Всего час? Всего час на вот это, а потом я открыла это на предыдущей неделе в четверг и еще потратила 2 часа. А как долго вы вообще пишете музыку? Очень быстро. Вот очень быстро. Прям. Нет, в процессе, я имею в виду, там, 5 лет вы занимаетесь музыкой. У вас образование или еще что-то? Я в FL Studio я сижу очень-очень давно. Я уже успела получить диплом звукорежиссера, уже успела изучить Pro Tools. Я знаю Pro Tools лучше FL Studio из-за этого. Вот, но сижу, да, очень-очень давно. Участвуете ли вы в других конкурсах? Нет, впервые. Впервые демонстрирую свою музыку в целом. Будете участвовать еще? Обязательно. Спасибо огромное. Мы ждем от вас новых работ, пожалуйста. Амиго. А, так это ваш голос был. Вы просто молодец. Сейчас мы ищем ваш диплом среди этой всей кучи. Сейчас прям минутку. Сань, сказали где-то здесь. Давай поищем. Вот, Dance Music. Первое. Оно, да? Нет, Error Soft. Нет, вот, вот это. Итак, вот ваш диплом. Мы поздравляем от всей души и надеемся, что вы будете продолжать дальше участвовать и участвовать во всех фестивалях и писать больше музыки. Вы очень крутая. Спасибо огромное. Похлопаем, друзья. Первое место. Спасибо. А хочу еще сказать, в эти микрофоны говорите максимально близко и не направляйте их на колонки. Ну вы уже не первый мне это говорит. Я буду прям вот так вот говорить. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо. Рано или поздно мы научимся обязательно. Может быть, не в этом году, не в следующем. Может быть, завтра. Спасибо. Итак, Listen Music. Было прислано 3 работы. Три работы. А могли бы на самом деле каждый из вас написать работу? Было прислано более 3 работ, но наградим мы только 3. Итак, Listen Music. 3-е место. The Tail от... Не буду читать. Спех.
автор или представитель автора, будьте любезны. Поздравляем от всей души. От всей души. Расскажите, пожалуйста, как вам пришло в голову написать такое? Это было очень давно. Я не помню даже, насколько давно? Ну, 10 лет назад вы, может быть, писали. Вот эту вещь? Да. 2002, наверное. Она лежала ни разу нигде, не была опубликована нигде вообще. Вот. Замаринованная, точно. Да? Но у меня много материала, который никуда не был зарелижен. К вам можно будет обращаться. К нам бежит я. С этой вещью проблемы были в том, что она была 8 минут почти изначально. Вы обрезали ее? Его сложно было очень порезать, потому что у меня не было проекта. Вообще здесь проекта не было никакого, потому что здесь все было сделано внутри синтезатора. Вот этого. То есть никакого компьютера даже не было использовано. А что это такое? Вот? InSonic, ну да. Это такой большой, полноразмерный синтезатор огромный. Со взвешенной клавиатурой. Ну, то есть в его секвенсоре все сделано. Кстати, у него его мозги на базе процессора 68-00. У вас музыкальное образование? Нет. Ну, я просто давно этим занимаюсь очень уже. Я же на 99-й Construction участвовал точно так же. Как в музыке. Мы вас поздравляем от всей души. Спасибо. Вопрос из зала. Если синт построен на 68К, то значит, это почти Амига? Амига! Да, 16 мегабайт памяти, по-моему, там. Не знаю, больше на Амигу похоже. Там дисковод такой же. Все. Спасибо вам огромное. Спасибо за участие. Далеко не отходите. Итак, второе место. Листининг Ферми. Отлично! CTO. Отлично, отлично. Автор, пожалуйста, или представитель. Есть? Ага, даже автор с нами. Спасибо за отличный трек. Ну, вообще там будет немного больше, чем пара. Я закинул два трека, но один ужасно звучал, я про него вообще говорить не буду, там не вышло. Этот я еще пытался закинуть в Нугуак, но я не успел написать второй трек для этого конкурса. Этот был написан где-то в начале лета. Но он вообще не залетел, сейчас он залетел нормально. Ну, везде, куда его кидал, он всем нравился, тут, видимо, тоже. В общем, было много идей, какие-то реализованы, какие-то нет, но, в общем, да, вот, что-то вышло. Вы вообще молодец. Сколько лет занимаетесь музыкой? Наверное, года 3 или 4. Вы профессиональный музыкант? Нет, но собираюсь стать. Мощно, мощно. Спасибо огромное за участие. Спасибо. Итак, первое место. Xpech of Flocker House. Endless Life. Мощнейшая работа, мощнейшая. Первое место в номинации Listen Music. Есть автор. А мы еще раз спросим, еще раз. Поздравляем от всей души. Держите.
А я предупреждал, далеко не уходи. Нет. Алло, алло, алло. О, слышно. Ну как, я не знаю, что сказать про этот трек, может рассказать историю. Ну это не 2000? Нет, это уже как раз один из последних. Вы сейчас пишете? Это один из последних как раз. Просто на всякий случай, ищите. Да, вот да. Прям, да? Это, нет, пока нет. Не, ну вы семья? Ну, почти. Почти? Почти. Тут история интересная этого трека. Я изначально не планировалось ничего. Просто мне попросили показать, что можно сделать в гараж-бенде. Ну, просто наглядно. Ну, я за 5 минут что-то там накидал. И положил это в стол, как ты говоришь. А потом как-то попало на глаза эта вещь. И думаю, вот что-то интересное. И я пересел уже в лоджик, и в лоджике уже все это обросло вот до этого вида. Вот. Ну, как-то вот так, в общем. Можно, можно рассказать? Да. Вообще мощно, молодцы. Молодцы, просто огонь. Дим, снимай. На. Что тебе снимать? Да не меня, ну просто. В общем, за ночь до, собственно, как, ну, короче, ночь перед приемом работ. Это тоже было 7 минут. Да. Я сижу в FL Studio, чуть-чуть себе вот эти редактирую свои эти, чтобы уместиться в 3 минуты, и нормально все. Отправляю там и ложусь спать. Кспех сидит в лоджике, имеет просто аудиодорожку без проекта, коцает ее, как-то пытается уместить 8 минут в 3, дает мне послушать, я в сонном состоянии, нормальные склейки, хорошо, нормально. Потом он еще что-то делает, снова дает мне нормально, нормально, потом еще до 4 утра сидел, сокращал. В итоге отправил. И вот... На самом деле, мое участие предопределило то, что я взял с собой ноутбук. Не взял бы, не участвовал бы. Потому что у меня все это с собой было. Я думал, участвовать, не участвовать. В общем, в итоге ноутбук. И еще. Кстати, ну получается, что я участвовал последний раз 25 лет назад. А мне 23. Я пытаюсь к вам подойти. Тебя еще не было тогда, когда я участвовал. И все, благодарю мне. Ну, в общем, вот. И вот такая статуэтка. Спасибо. Ну, спасибо просто за треки. Это офигенно. Спасибо огромное за участие вам. Участвуйте чаще. С победой. А на этом месте могли бы быть и вы. Могли бы. Ну, если бы могли бы, мы дали бы все. Итак, давайте следующий конкурс трекер Tracked Music. Третье место House Control, автор Аксель Карго, XM. Ведущим, потому что ты хотел этого, и ты стал ведущим. Вот и все. Надел футболку аутсайдерс. Итак, Алекс Карго, прошу подойти. Представитель. Диплом будет отправлен по почте. Спасибо огромное за участие. Работа супер просто. Алекс, пиши еще, пиши чаще. Просто мощнейшая работа. Второе место занимает Лич. С работой Массакр 2. Очень мощная работа. Автора прошу подойти. Представители. Заместители. Автор, огромное спасибо большое, Лич. Жаль, что ты сегодня здесь не присутствуешь. Работа очень мощная. Что-то у нас... Артемка, ты можешь на ходу переиграть как-то?
Да, именно этот. Именно конкурс. С этим конкурсом есть огромная странность, непонятная, из серии 0 бейзит глюков, да? Все же программисты. То есть у нас во всех конкурсах места с первого, а тут почему-то... Ты показываешь, да? Есть циферки с нулевым местом. Вот. Так что... Ну да. Вот, да. Может быть, мы тогда попробуем что-то с ним сделать, а поможем перейти к следующему конкурсу? Есть такой шанс к следующему конкурсу перейти? Ну... Да вот как раз тут сложность, да. Поэтому лучше тут потом просто подойти. Мы объявили неправильно, у него другое место на самом деле. Да. Давайте к следующему конкурсу немножко. Тогда перейдем, ладно? Ага. Итак, конкурс Chiptune Music. И третье место он занимает. Ты отложи. Алекс Уинстон, After Match, ZX Spectrum плюс AY. Мощно, мощно просто. Алекс, прошу подойти сюда. У нас представитель. Я хочу сказать, я не совсем представитель, но я был одним из тех людей, кто вдохновил автора на отправку трека на данный фестиваль. И хочу сказать, это первая работа под ZX Spectrum, под AY, и вы ни за что не поверите, в чем он написал ее. На телефоне. На мобильном телефоне. Это же невероятно сложно, мне кажется. Но это правда. Очень круто просто. Респект большой автору. Я надеюсь, он нас смотрит. Очень круто получилось. Мощно просто. Спасибо огромное. Спасибо автор, за трек. Пиши еще. Сань, куда мы складываем? Вот сюда. Сюда, да? Да. Угу. Нет, тут уже. А этот трек... Короче, положи куда-то. Ага. И переходим ко второму. Итак, месту. Вторая работа. Ого, мы на Chiptune нашли. Куво CSI. Touching the Deaf. ZX Spectrum plus Turbo Sound. Во, отлично, второе место, супер просто. У нас есть представитель автора? Я так понимаю, приехавший нет. Приехавший к нам из Самары и привезший с собой. Ну, кто-то из Самары у нас же есть. И этот человек буквально был утром, а сейчас он? А сегодня его нет. Окей. Отправим по почте. Куво, отличная работа, мощно просто, мощно, супер. Спасибо огромное за участие. Автора зовут Владимир Кутяков, и он на самом деле давно уже занимается, ну все, передаю слово. Я из Самары, я ему передам. Спасибо огромное. GenX, спасибо огромное, спасибо. Далеко не уходи, потому что первое место занимает у нас Куа. Сережа не выставился.
отличнейшая работа. Спасибо огромное, Куво. Спасибо за работу, отличная работа. Особенно приятно получать призы, когда не участвовал. У меня такой опыт впервые. Спасибо большое. Привыкай. За первое место мы отправляем туда же. Итак, первое место у нас получает... И следующий конкурс АИ. Извините, АИ. Это как АИГРОК, только без АИГРОК. Да. И третье место занимает РАС Безарионис Пиксель Пис. Space, lives lost without a trace. Block by block, the pixels fall. Silent cries behind the wall. Мощная работа автора. Прошу подойти, или представителя, может быть. Шуран, ты забыл, это искусственный интеллект. Пардонте, он не может прийти пока еще. Отправим... искусственным интеллектом. Ну, тем не менее, конечно. Как только наука дорастет до того, чтобы отправлять... Автора нету, представителя нету, это потом отправлять. Итак, второе место. «Скорей на море», Геленджик, Вальдемар «In the Night». Надеваю я свой свитер и поеду к себе в Питер. Моя зайка, я твой кролик, твой любимый алкоголик. Солнце, небо голубое, все такое неродное. Нет сомнений, просто верь, я открою твою дверь. Мне нравится, что ты больна не мной. Мне нравится, что я тобой не болен. Мне нравится, что мы поедем в Геленджик подальше от Невы, скорей на море. Я так понимаю, автор в Геленджике сейчас находится с подругой. Вальдемар, есть In the Night представитель у тебя? Спасибо огромное, спасибо. Ты автор или ты АИ? Ну, я автор слов этой замечательной песни. А поешь ты? Нет. Нет? Только слова. Очень круто, очень круто получилось. Ну, на самом деле, второй раз участвую вот в конкурсе. Первый раз это было... на InLight 97. Ну, похлопаем, ребята. Какое место занял тогда? Тогда было прислано более 50 работ, но ни одна не была прослушана, потому что второй день отменили. Но я попал во все сборники тогда. Супер, супер, вообще молодец. Вот, спасибо, что оценили мой новый трек. Ну, по крайней мере, трек, к которому я, в общем-то, причастен. Я думаю, многие поставят спасибо. На звонок его себе. Итак, первое место занимает... «Пластмассовый мир», композиция «Ориентир». Немного текста, мы все в плену искусственного интеллекта. Годы игры на гитарке пошли на смарку. Все, что мы можем, пук-пук в ударку. Бросай все дела без промедлений. Музыку пишет искусственный гений. Одна закавыка, нельзя выступать, так как нет человека, способного это сыграть. Йо! Пластмассовый мир похож на сортир, но он победил и наш конвоир, пока нашим миром правит банкир. Пластмассовый мир, ориентир.
И автор уже к нам буквально приближается и хочет нам сказать пару слов. Спасибо. Ну, я могу сказать, что на текст ушло 10 минут. Вот, на ну что синтез речи ушла 1 минута, это Сунаком, который все хорошо знают. А вот на аранжировку ушло 2 дня. Просто огонь, просто огонь. Поздравляем вас. Спасибо. И мы переходим к конкурсу, который... Итак, следующий конкурс – Hand-Drawn Graphics. Hand-Drawn Graphics. К сожалению, была прислана всего 1 работа. И, к сожалению, могли бы вы поучаствовать и занять 3-е, 2-е, 1-е место. Но, увы, увы, мы вчера буквально с художниками здесь нарисовали 10 работ. Почему не прислали на конкурс? Неизвестно. Итак, 1-е место у нас занимает Софи Гуру «Моя идеальная радуга». Картина пришла, ну, там очень длинный текст. Агрессор. Агрессор, вернись. На самом деле, это очень сложная работа, и агрессор. Человек вложил в нее... Просто подойди. Я здесь. Нет, агрессор нужен именно. Вы же добрые. Мы совсем вы забыли. Автор, да? Я так понимаю. Она автор. Вот эта работа, она. Супер просто. Расскажите, пожалуйста, как вам пришла в голову вот эта мысль? В голову эта мысль пришла очень давно, потому что я хулиган, художник, хакер по жизни. Вы рисуете, рисуете вручную что-то? Да, ну, да. Сколько лет уже, сколько лет? С 6-летнего возраста. Училась в художественной школе. Стесняюсь спросить, а вам сколько? Или сколько лет хотя бы рисуете? Ну, можно сказать, с самого рождения. Мой дедушка Василий Дмитриевич Поленов, если вы знаете такого художника. Я сняла про дедушку кино, и... Я хочу продолжать и продолжаю его традиции, писать картины. Как вы знаете, Поленов, он тоже питерский, как и многие из вас. И у меня тоже есть корни. Картина про 3-3-3, соединение мира. Нас разделили, и много из философов, художников, концептуалов, они двоичный мир, как черное-белое. Позитив, негатив. Мы возвращаем троичность этому миру. Поэтому 3-3-3, соединение всей Земли во имя любви, во имя мира, во имя защиты. Вот это главный месседж этой картины. Вы видите 3 мишек внизу. Это написала моя сестренка, художница. Очень круто. Еще вот людей вижу, людей. Люди, да, да, в треугольнике соединенные. Вот это еноты, обормоты, это наши хакерские животные на самом деле, потому что они такие же хулиганы, как и мы. Вот, это наш тотем. И защита, это тотем медведя. Вот, и это вот все соединяется с солнцем в 3-3-3. Очень крутая работа. Спасибо огромное. Давайте спасибо. К сожалению, спасибо вам за участие конкурс... большое. К сожалению, конкурс не состоялся, извините. Одна всего работа. Всего 1 работа. Но все равно спасибо. Спасибо большое за участие. И спасибо. Вы просто лучшие. И давайте я позову еще раз агрессора, чтобы он сказал пару слов. И все-таки получил свою статуэтку наконец-то. Спасибо. Ну, я поблагодарю. Так. Вот так договорить. Поблагодарю организатора фестиваля, что все-таки работа нашла своего слушателя, потому что обычно работы в рамках проекта «Пластмассовый мир», они появляются в интернете, они существуют где-то в районе суток, после этого их банят, и на этом все заканчивается. Это первый раз, когда работа нашла своего слушателя. Я планирую в
будущем, пользуясь также языком эзопа, скажем так, выпустить альбом, из которого сейчас готова уже треть. Называться альбом будет «Измерение» в рамках этого проекта. Также другие люди будут привлекаться к этому проекту. Вот. Ну и ждите в ваших интернетах Яндекс.Музыка, DJ Store и другие площадки. Надеюсь, что у него будет лучшая судьба, чем у предыдущих работ, остатки которых можно найти в интернете. Как будет распространяться альбом? Расскажи, пожалуйста, агрессор, как распространяться будет альбом? Яндекс.Музыка, то есть с лейблами будем общаться и пытаться продвигать на площадках популярных. Я думаю, что, пользуясь языком эзопа, это будет существовать в интернете дольше. Спасибо огромное. Ссылку присылай в чат ЦЦ. Спасибо. И мы переходим к компонент Pixel Art Graphics. Сань, чего молчишь? Второе место. Amtak, The Solaris Agency, TSA. Работа называется Stick to Tesla 6 Color Evoque 2024. 6 цветов, всего разрешение 600 на 790. Как говорят организаторы, что каждый пиксель нарисован вручную. Я хочу добавить от себя, что не только каждый пиксель нарисован вручную, а скорее всего нарисовано кистями все это дело. Если мы сейчас приблизим, или вы приблизите на телефоне, когда будете смотреть, вы увидите, что именно кисти здесь используются. И видно, что работа нарисована кистями. Есть фазы, я так понимаю, организаторы выложат же, да, фазы? Да. Фаза будет выложена, и просто сейчас буквально вот уже сутки ведется холивар, что это на самом деле конверсия. Нет, это не конверсия, ребят. Фаза уже выложена с утра. Спасибо, Андрей. Спасибо. Спасибо большое. Можно посмотреть и увидеть. Да, так что у кого вопросы будут, можете организаторам задать. Это handmade. Ну или просто зайти на это сайт голосования на Events, и ты увидите. Да, да, все верно. Второе место. Автор здесь? В реальности, конечно, но... Представитель, может быть. Диплом будет отправлен по почте, правильно понимаю, Андрей? Ну, я не знаю. По почте. Диплом будет положен справа. Справа от ноутбука. Итак, первое место у нас занимает... Evil. Inno Art Studio, Evil from Underground. БК-0010. БК! Всего 4 цвета, из них 3 цвета представлены, и 4-й цвет – цвет фона. Очень сложное на БК, на самом деле, рисовать. Я сколько не пробовал, получается одно… БК, да, все верно, да, да. А вот здесь, на самом деле, очень крутая работа. Ну, мне нравится, по крайней мере. Рисовать на компьютере, где нет белого цвета, в принципе, это очень сложно, тяжело. Очень сложно, да, согласен. Автор здесь? Представитель, может быть, здесь? Автор, спасибо огромное, Inno Art Studio. Организаторы отправят вам почтой диплом и статуэтку, насколько я понимаю, правильно? Все правильно. Просто не говори ничего. Не говорю больше ничего. Итак, следующая компа. Spectrum! Spectrum Graphics. Сколько вы его ждали, и вот оно. Итак, третье место у нас занимает Error Soft, Очаг, ZX Spectrum, стандарт график 69, 12 байт. Эррора, к сожалению, на пати нет, может быть, представитель есть? Я бы представитель, потому что у меня... Я, к сожалению, не знаю, куда Эррор уехал, обычно все года он здесь был. У меня для него две линейки еще с мультиматографа так-то. Хотели линейки, а уже отдать и вот дипломы, но, к сожалению. То есть просто однажды накопится целая коробка призов для Эррора. Эррор, приезжай. И забери уже все свои. Хватит. Второе место. Агрессор Кама Гридеши. Кувадис. ZX Spectrum, стандартная графика 69-12 байт.
Невероятно крутая работа. Очень скажу честно, работа. Я прям ошибся. Я думал, что спасибо. Это не агрессор. Я думал, что спасибо. Это другой автор. Неожиданно, на самом деле, я достаточно хреново по меркам спектрум художник. Прямо, я, правда, занимал уже места на Chaos Construction, конкретно ZX Graphics. Но как бы неожиданно. Работа была нарисована полгода назад. Я просто хотел дехальт, и поэтому она попала на ЦС. Спасибо, очень хорошая работа. Мне очень понравилось. И первое место у нас занимает Гронги, потерянный представитель у нас в зале. Тимур. Мощнейшая просто работа, мощнейшая. Первое место. И у нас есть подарок небольшой. Пока говори. Я не буду говорить. Гронги на самом деле живет на Дальнем Востоке и очень активный художник на ZX Spectrum. Он, ну, у него буквально там, я не знаю, 100 работ он делает в год, может быть, даже больше, боюсь, извини, Гронги, если ошибся, но очень много. Ну, он участвует Гронги? Во всех спасибо, конкурсах. Гронги. Ты не Гронги? Спасибо, Гронги, спасибо большое за участие. Будем рады всегда. И мы переходим к конкурсу. Old School Graphics. И третье место у нас занимает Frog Rio. Frog. Five Shaders of Grey. Автор, по-моему, здесь, да? Расскажи пару слов про то, зачем ты этим занимаешься? Зачем я рисовал эту картинку? Ну, потому что я организовывался. Там должны были быть работы, и я решил, что, ну, если я сам не сделаю, никто не сделает. Соответственно, вот так и получилось. Это, как вы можете заметить, Commodore 64 слева внизу торчит. Вот, а справа наверху это джойстик, хотя похоже на камеру, да, я знаю. Вот такая штука. Спасибо огромное. А я скажу, зачем ложка, да, я сначала нарисовал все остальное, а потом я подумал, что что-то не хватает, пусто. И все просто. Дискета, да, дискета 5 дюймов, безусловно. Ну, потому что для 64-ки, какая дискета еще? Вот. А справа внизу это чашка кофе, опять не то, что вы подумали. Вот, из нее оно пролито слегка. Вот. Я художник, я так вижу. Поздравляем, спасибо. Поздравляем. Второе место. Второе место. InnoArt BK0010 Demon of Tales. 4 цвета всего. Цвет на точку. Автор или представитель автора? Ну, представителя автора не было в предыдущем компонате. Тогда будем отправлять почтой. И первое место. Первое место. И статуэтку. Ага. Первое место Мыши и подлый трус. Дачный натюрморт. Работа краскопультом. Мощнейшая просто работа. Мощнейшая. ZX Spectrum, стандартный экран. Ну, спасибо огромное, спасибо. И мы переходим к следующему конкурсу. Хоть автора бы назвал. А, мыши? Мыши? И подлый трус. Old School Text Mod Graphics. Работы, сделанные в текстовом режиме под несколько платформ PC, Spectrum, Commodore.
Итак, третье место. Крэшер, аниме Бикини Гёрл. Аске. У нас есть автор. Расскажите. Здрасте. Спасибо, что голосовали. Я первый раз участвовал на ЦЦ в 99-м году, и это было приключение. Это было приключение на многие годы. Да, спасибо. Как рисовали эту работу? Можете рассказать в редакторе, в каком-то или еще что-то? Это Пабло Дроу. Сколько времени ушло? Много. Если разбираетесь, тут можно понять, что это много времени. Я прекрасно разбираюсь. Я пробовал в Пабло Дроу рисовать. Это очень много времени, да. Спасибо большое. Спасибо. Секунду, диплом. Андрей? Диплом? Третье место. Поздравляем, спасибо огромное за участие. Спасибо за участие, спасибо. И второе место занимает неизвестный автор. Шуран 33. Некий Шуран 33. Некий. Представитель есть у нас? Если у нас есть автор или его представитель, мы попросим его подойти сюда. Ну ладно, автор я автор, да. Спасибо большое. Расскажи, пожалуйста, пару слов буквально о своей работе. Я очень долго ее рисовал. Очень долго. День за днем. Потом вот засыпал, рисовал, а потом закончил. Мы тебе, конечно, верим. И переходим к первому месту. Спасибо большое. И первое место занимает опять Шуран 33 какой-то. Под Commodore C64 Вини. На самом деле хочется мне сказать следующее, что есть такой демосценер Вини, это Влад 32. Виноградов, да. Он живет в Нижнем Новгороде, проводит фестиваль Дихальт, и сегодня у него день рождения. И мне хотелось бы от себя и команды, и всех вас лично. Он сейчас в данный момент смотрит трансляцию. В Нижнем Новгороде проходит свое мероприятие, да, там компьютерное. И он смотрит, да. Влад, днем рождения тебя! Влад, от души! Влад, днем рождения, а Шуран, молодец, заслуженное первое место. Спасибо. Спасибо большое. Итак, следующий конкурс. AI Graphics. В смысле был? График был, музык был, а график не был. Вот. AI Graphics. И третье место у нас занимает Demiurg Ash. Ну, с английским плохо, у меня невероятно крутая работа. Автор, представитель есть в зале? Прошу подойти. Есть представитель Demiurg Ash. Никто не хочет стать его представителем? Жаль, что автор не приехал к нам. Известный очень автор. Да? Передашь. Спасибо. Автору огромное спасибо за участие. Спасибо большое. Второе место занимает Error Soft. Это Шаровая молния. Амига. Признанный специалист по AI-графике, по-моему, начиная с мультиматографа, он занимает просто все места в AI. Да, он давно пытался и пробовал. Да нет, он не пытался, он не просто пытался. Взял и начал занимать все места. Error уже был и нет представителя, да? Награждение началось, да. Мощнейшая работа. Представитель или автор есть? Я не знаю, куда Error Soft делся. Вроде всегда был на ЦЦ. Ну, сейчас его или, как нет. Говорят, сегодня на CC. На CC его сегодня нет почему-то. Итак,
будет отправлен диплом по почте. И первое место. И первое место у нас. Error Soft. Супер! ATM Turbo 2, Меркурий. Очень крутая работа. То есть мы все личинки по сравнению с Эррором. Он просто берет и едет. Профессионал просто. Эррор, респект тебе. Итак, переходим к следующему компа. Один килобайт процедурная графика. И третье место у нас занимает Frog ROI Face под компьютер Vector. Vectrex. Поздравляю. Спасибо огромное. Пару слов да. про Vector и вообще. Ну, Vectrex, если кто не знает, это такой 80-х годов компьютер, игровая приставка с векторным монитором. То есть там никаких пикселов. Соответственно, вот эта линия, которую вы видите, кривая, это она не из пикселов состоит, а просто луч бежит сверху вниз по экрану, и я им управляю влево-вправо и его отклоняю. Вот, соответственно, да, да, это фактически осциллограф. Вот, там процессор 6809, АЗУ там 1 килобайт. В общем, такая очень примитивная штука, но очень по-своему интересная. Ламповая, так сказать, в прямом смысле этого слова. Там, там я объясню. Значит, там дело в том, что чем дольше луч никто не трогает, тем дольше он отклоняется в ту сторону, в которую он начал отклоняться. Соответственно, там куча нопов. Можно управлять, насколько он уйдет туда или сюда. Вот. Но из-за того, что нопы занимают много времени, сначала все это делаешь нопами, а потом ноп преобразуешь в некий цикл, да, с задержкой, чтобы это все пожать. То есть такая идея. Фрок, очень интересно было бы почитать статью про это, как ты да, готовил это все. Я напишу. Спасибо огромное. Мы все будем ждать. Поздравляем. Спасибо. И давайте вернемся к... не вернемся, да? Это было третье место? Да, второе место. Дарт. Дарт. Феномен. Феномен. А, отлично. Где же этот человек? Спасибо, на самом деле, организаторам за то, что дали возможность нам всем собраться. Даже в рамках одной номинации, как бы, это никогда не было, когда мы все в одной и прямо в номинации и Vectrex, и Spectrum, и Shader Showdown в каком-то степени. Да. То есть работа сделана, на самом деле, на OpenGL, на шейдерах, и как бы, мы все в одной номинации, и это очень круто. И надеюсь, как бы номинация найдется на каждого, поэтому в следующем году обязательно участвуете все, и вы все победите. Ну, для этого мы сегодня собрались. Спасибо. Спасибо. И первое место у нас занимает Virtual Vision Group. У нас автор с нами, он днем я его точно видел. А? Спасибо. Вот от Дмитрия, от RCL, от автора слова просил передать, что было очень приятно почувствовать теплый прием. После стольких лет отсутствия на сцене. Вот мы вернулись, группа VVG, Virtual Vision Group.
автор работы RCL of VVG. Это прекрасно, когда возвращаются. Спасибо. Обязательно ждем от вас следующих работ. Спасибо огромное. И давайте, друзья, немножко вернемся назад. Мы просто не можем показать, поэтому просто скажем. Конкурс Track It Music. Третье место. Работа Лич. Правильно? То, что показывает, да, не верьте. Там просто у нас тут заглючило, а вот тут правильно. Поэтому давай не будем вот это показывать. А я просто скажу. Третье место. Лич. Поздравляем. Поздравляем. Второе. Второе место. Филипп. Это... Да, вот этот трек. Под импульс трекер. Автор не из России, вряд ли представитель еще у нас есть. Мощнейшая работа. И просто. Первое место мы сможем прослушать или не сможем, я не знаю. Love. Автор Love, да. Love из команды Sense. Он был настолько круч, что занял нулевое место. А ручки-то помнят. У нас есть представитель автора. Поздравляем. Вы арендуете площадь 24 и 25 числа. Одну секунду. Ровно 12 часов, чтобы здесь никого не было. Никого. Никого не будет. Никого. Здесь больше никого не будет. До следующего года. Спасибо, спасибо. Спасибо огромное автору. Итак, следующий конкурс. Виртуал фэнтези демо. Гоблиниш Циркл Вейс. Третье место. Тик 80. 256 байт из ничего. Или из всем известного JS Sketch. Покажем работу? Давайте посмотрим работу! Итак, организаторы сейчас включат работу. Три, два, один. Отлично, отлично. У нас есть представитель Гоблинша. Прошу подойти к Или экрану. Кто-то живущий более-менее близко к Арзамасу. Они все живут, увы. И мы переходим ко второму месту. Второе место у нас занимает некий Артемка. Артемка. Кто это? Артемка? Тик 80. Флашет. Артем, Артемка. Прошу подойти. У нас есть представитель Артемки. Или заместитель, может быть. Нет, Артемку нельзя заместить, он только один. Поздравляю. С победой, с победой тебя, Артем. Раз, два, три. Я хочу сказать пару слов по поводу этой работы. Она посвящена одному очень известному чиптюн-музыканту. Он не совсем сценер, но тем не менее. Это Abstract 64. Один из его треков вы могли слышать в релизе, который был на мультимонтографе Wild.com, который первое место занял, там Music Disc под карточку USFM. И, собственно, такой небольшой гифт, условно говоря, мы решили сделать с друзьями, так сказать. Собственно, и это посвящено ему.
Плюс еще хотелось бы сказать, что мы планировали написать также на нашем таким кружком на ЦЦ отдельный трек, снова раскрыть возможности Игрика. К сожалению, мы не успели, но ровно через неделю на уже следующей домопатии Зениум в Польше мы надеемся, что мы обязательно бахнем. Всем спасибо. Спасибо, Артем. Мы желаем вам удачи. Удачи. Порвите Польшу. И первое место у нас... Первое у нас место занимает Гоблиниш Арзамас. С работой Белл. Представителя которого у нас с нами по-прежнему нет. Дипломы будут отправлены по почте. Или нет. Это не точно. И у нас остается все меньше и меньше нерозданных дипломов. И мы переходим к конкурсу. Да? Old School 256 Wild Demo. Wild Demo была одна работа. Автор. Поэтому она идет вне конкурса. Как вы помните, это очень хорошая работа. Это демонстрация каких-то волшебных возможностей на БК. Но, к сожалению, только БК очень сложная работа. Представитель автора есть? Или автор? Спасибо огромное за участие. Следующий компа. Invitation компа. Это компа, где были присланы работы, приглашающие на фестиваль House Constructions заранее. То есть не на сам фестиваль, а были отправлены на разные фестивали или мероприятия, где были демосцены. Итак, покажем сейчас, которые места заняли у нас. Третье место. Автор. Ник Хот МСК. Никита, прошу подойти сюда. Третье место. Никита, ты супер. Ты ворвался вот просто из ниоткуда. Расскажи, пожалуйста, пока работа идет, как пришла мысль тебе создать вот эту работу и как ты ее создавал, но вкратце. Ну, смотрите, надо было сделать приглашалку. Я сделал приглашалку. Для этого берется мышь и тащится текст. И все. Все. Отлично. Ну просто мощнейшая работа, мощнейшая. Итак, диплом у нас сейчас принесут организаторы. Никита. Или нет. Чуть позже тебе принесут. Спасибо огромное. Ну ты не уходишь никуда, ты же наш. Итак, второе место. Undefined Admins. Супер просто. Я так понимаю, Никита, это тоже ты, да? Расскажи, пожалуйста, на бейсике ты делал? Не на бейсике. Вы не представляете, как долго я возил с этими телевизорами. На ассемблере? На ассемблере, ну естественно. В каком редакторе ты делал? Долго объяснять. Я понял. Спасибо огромное. Молодец. Итак, первое место. Иван Галактика. Best Things. Thank you.
Эта работа была выставлена на мультиматографе, правильно я понимаю? Да, и она заняла призовое место на мультиматографе. Мощнейшая просто работа. Сегодня, наконец-то, я вручил Ивану диплом и приз. Он здесь или ушел уже? Да, он был, я не знаю. Иван, подойди, пожалуйста. Наверное, ушел уже. Нет. Но все равно спасибо, очень крутое демо. Да. Интро, точнее. Согласен полностью. Итак, следующая компа. Game Compa. Третье место. Lada Runner, Maria Sleep, ZX Evolution, TS Conf, ZX Spectrum Next. Так, сразу после Lada Runner, пожалуй, возьмусь за RTS. Да такую, чтобы, ух, весь мир вздрогнул. Или нет, может быть, лучше сталкера сделать статок идеек пруд. Приветики, а я теперь Тутушки, и я хочу вам рассказать про новую игрульку, которую мы с Алексом и с командой делаем сразу на две платформы. А какую? А вот такую. Старый добрый Lada Runner, он просто обязан существовать с той же графикой, как на NES, но на Spectrum. А, правда, мы делаем игру не совсем копию, а скорее по мотивам. Игра разрабатывается для компьютеров ZX Evolution с поддержкой TS-Config, а также для компьютеров ZX Next. За что, кстати, отдельная благодарность Алексею Эпсилону. В данный момент игру можно запустить. Автор, на Next, прошу подойти сюда или представителя. В игре уже есть вполне себе проходимые 50 левелов автора. С паролями к ним. Да-да, нет, в игре никого. Есть пароли. А также... Надеемся, что автор доделает эту игру и выложит в открытый доступ или будет распространять ее через IGEO, о котором вчера Михаил Судаков рассказывал. Итак, второе место. Retro Soul Splug. Апогей БК 0. 1C. Отличная работа, отличная, я считаю. Г? И вперед. Отличная работа. Завтра достаю апогей из коробки и жду выхода этой игры просто. Я не знаю, автору дай что угодно, и он сделает с него спектром соигрока. Спасибо огромное автору. Второе место. Представитель Артем. Я, конечно, не автор, но, кстати, с игрой я несколько помогал, в частности, с тестированием. И, в принципе, мне действительно приятно видеть, что такая достаточно старая платформа, по возможностям хуже спектрума, оказывается в чем-то даже лучше, как можно видеть. Это очень древняя платформа. Это очень древняя на платформа. Вот что показывают, я такого не видел на Апогее, если честно. Я, если честно, тоже. Очень круто. Надеемся, спасибо, что все спасибо. Получится у автора. И первое место и у нас занимает... Первое место в Game Compa у Компа. О, Game Compa занимает Дмитрий Опраскин. БК-0010-01, БК-3D Arena. 3D-шутер от первого лица на БК-0010. Погнали. 10 килобайт бинарник или около того, я уж точно сейчас не помню. Ну, как так? Как они это делают? Это очень сложно. Очень крутая работа. Автор с нами или представитель автора у нас есть? Никого, я так понимаю. На самом деле там была ссылка на телеграм-канал автора. И всех заинтересованных прошу зайти, задать вопросы.
просто 3D на АБК, это нереально просто. Я в своем детстве играл в 2D только. Итак, следующий конкурс. Old School 256 байт интро. И третье место занимает работа «Билет парус одинокий». Насколько вы помните, она написана под вектор 06C. Автор «Метаморфо». Отлично, отлично. Представитель автора у нас есть? Нет? Очень жаль, очень интересно было бы послушать. Второе место занимает Урис. Очень мощно, очень. Насколько я помню, у нас есть представителя Уриса. Ему передавайте большое спасибо. Далеко не уходи, потому что первое место у нас занимает... Тоже Урис. Урис – это мощно, мощно просто. День за днем. Накопил хорошо, да так... Это просто офигенно. Поздравляем автора. Спасибо. Мощнейшая работа просто. Всего 256 байт. И мы переходим к конкурсу... нет, стоп, не переходим. Вернемся к конкурсу Invitation Compa. У нас готовы дипломы, и мы просим Никиту еще раз Никита, выйти подойди, к нам, пожалуйста. Но уже вернуться не с пустыми руками. Никита? Ник Хот МСК. Ты просто супер. А теперь все то же самое, но уже с дипломами. Спасибо за твои работы, это прекрасно было. Wow. Поздравляю. С годами прям растешь. Молодец. И следующий конкурс у нас будет называться не иначе, как High-End Demo. И третье место занимает? Третье место занимает... даже автор не сможет сказать... Хумалайзия! Себя пронести, произнести, я уверен. Давайте автора попросим... Подойти. Произнести, как он читается. А где автор? Автор, прошу подойти. Бум-бум-бум-бум, и понеслась. Ну скажи, автор, как тебя правильно называть? А я сам не знаю. Я тут мимо объяснять очень долго, но в целом все знают такую финскую демогруппу, как Jumalauta, которая делает всевозможные абсолютно несерьезные вещи, и одна из них — это серия трешавых, но веселых дем под названием Fill and Farian, где у них на фоне подобного трешака идет паром Viking Line, который курсирует в Балтийском море. И в итоге это стало таким мощным мемом на демосцене, что сначала я по приколу взял инвитро на мультиматограф, взял из него графики и сделал, по сути, по подобию и выставил в Old School Compa, точнее, в Combined Compa. А потом уже решил тоже ради прикола выставить подобное, но только уже с фотографиями, с различных house constructions возможных годов. Ну и, собственно, Сева на лимузине. Спасибо огромное. Спасибо, Артем. Спасибо. И вы не поверите, кто рисовал еще графику, кроме вот этой дороги Гронги. Как вы думаете? Кто? Выходи. А что ж ты молчишь-то? Ну, в общем, это Сева, который в 2000 году подъезжал на ЦЦ. Да, он тоже на лимузине подъезжал. А ну вот, он где-то сейчас едет, видимо, к нам до сих пор. Да, вот все. Я Олежа, которого мы все очень любим.
поздравляем вас, друзья, с третьим местом. Отличная работа. И второе место занимает в high-end компа у нас Demolition Studios. Take. Первая работа от автора и сразу второе место. Неплохо. Нами. Поздравляем вас. Спасибо. И пару слов. Ну, вот эта штука, которая делал демку, Tool называется. Ее сделал, можно сказать, чувак, которого я знаю из Берлина, Pixtour. И давно хотелось попробовать что-нибудь замутить. Вот решил замутить за пару дней. Неплохо замутил, неплохо. Отлично. Спасибо. Будешь еще участвовать? Спасибо, будем ждать новых работ. И первое место занимает Error Soft. Вау. Да, Error, зачем ты всех нас побеждаешь? Ну, все помните эту работу, это меньше килобайта JavaScript кода. Это прекрасно, я считаю. Очень красивая работа. И следующий конкурс. И, по сути, последний конкурс. Old School Demo. Демо для стареньких, но по-прежнему актуальных компьютерчиков. Типа Спектрумчика, Коммодорчика и тому подобных. Типа того. Кринжатина, как говорят зумеры. И третье место занимает группа Outsiders. Флешка. Пентагон 128. Представитель есть у нас? Давай. Окей. Ты будешь. Ты будешь представителем. Можно я зашел? Я даже не знал, что мы работу сделали. Не переживай, все хорошо. Спасибо, спасибо. Отличная работа, я считаю. Итак, второе место. Второе место сойдет. И так сойдет. Stardust. Stardust за X-Spectrum 128. Очень крутая работа. Авторы, прошу. Авторы или их представители. Всего один автор. Может быть, еще кто-то есть? Больше уже никого не осталось. Все разошлись по домам. Вот. Ну да, всем спасибо. Первый раз я поучаствовал в 2001 году на ЦЦ. Вот.
Сегодня не последний, я надеюсь. Пошли. Спасибо большое, отличная работа. Просто спасибо, супер. Спасибо. Ждем следующих. И первое место у нас. Смотрим полностью. Сип-крю. Сип-крю. Отличная просто работа, я считаю. И из у нас Сибири. Есть автор, ну, представитель. И просим немножечко подойти. Соавтор. В любом случае, просто скажи нам. После того, как Денис сделал, собственно, плюк игру, начну даже с самого начала. Мы достаточно давно не делали демо под Спектрум с Кафе 22, и я постоянно пинал Дениса, что, дескать, надо сделать еще одну демо, потому что я совсем то в Амигу ушел, то там вообще в ESFM еще куда-нибудь. Но каждый раз он говорил, блин, то нет мотивации, то еще что-то. Так получилось, что я съездил на Crazy Siberian Party в Новосибирск, и я смог все-таки уговорить Дениса, что, дескать, нам надо сделать демо. Потом случилось, я написал два эффекта, собственно, это вот этот X-ротатор с грицами, и перед ним и вот шатал этот вабл. Скинул Денису. Он, правда, потом посмотрел, что, ну, после того, как написал игру под апогеи, у него резко упала мотивация, но мы с Олежей смогли его прибодрить, и в итоге получилось то, что вы могли видеть в компо. Спасибо. Отлично, всем. Отлично. Просто супер. Спасибо. Олежа, это не Ко, а Crazy Siberian Party проходит в Новосибирске. Да. Каждый год. Да, и еще один привет хочу передать Ване Роботу, который тоже морально, в том числе и графикой, помог нам. Собственно, и мы вот четвером сделали, что мы хотели показать вам. Спасибо большое. Просто молодцы, ребят, молодцы. Это все, ребят. Мы вас обнимаем. Всем спасибо, покиньте помещение. До новых встреч. Мы вас любим. Я, в принципе, могу, наверное, тоже. Эти все пьяные его друзья. В принципе, давай я. Я с ним, скорее всего, не больше буду. Я узнаю, хорошо. Пользуюсь случаем. Пользуюсь случаем.
Хочу сказать, что в ближайшее время будет проводиться фестиваль в Москве «Демодуляция». Если кому-то интересно, это будет все опубликовано на сайте demoscena.net. Потом зимой будет проходить в январе фестиваль «Дихальт».